Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, и мы сегодня продолжаем проходить игру Tomb Raider, это уже вторая серия. Так, ну что же, не могу я тут стрелы взять, тут какой-то сундук есть, который я в прошлой серии не видел. Так, кирка не выдержит, чтобы открыть нужен инструмент понадежнее, собирайте запчасти, чтобы модифицировать кирку. Понятно. Не все тут так и просто. Чё? Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Ага, поднимайся на холм. О, тихо! Приколист. О, тихо, еще один! Домой. Еще будут? Вроде бы нет. Могу так. Бы предупредить о волках, доктор. А, мы можем подбирать еще. Иди сюда! Подожди, блин. О, под... Минуточку. Минуточку. Сейчас мы тут соберем дропчик. Запчасти. А вот и запчасти. Ягоды еще можно собирать. Нифига себе. Так, ладно. С этим мы разобрались. Теперь погнали. Погнали. Так, что же нас тут ждет? О, здорово. Ох, сколько тут дроп опять. Запчасти. Так, стрелы я подобрал. Так, и сундук, я так понимаю, мы не сможем открыть. Потрясающе. Два совершенно. Чё? Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт. Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Да блин, что нам палку что ли надо искать? Соберите. А, запчасти. Чтобы модифицировать кирку. А, вопрос только, как мы ее модифицируем? Вопрос хороший. Так, ну подождите, ну мы же собрали, да, вроде? Так, а есть тут, может, еще где-то есть? Надо еще поискать, мне кажется. Так. А, нам надо 50, да, я насколько понимаю? Или это типа максимум? Я вот ТКЗ. А, нет, нам все-таки... Да, блин, падла. Не догонишь. Ах, вы еще... Что? Почему я не могу выстрелить? What the fuck? Что? Что за бред? Почему я не могу стрелять? Ай, пофиг, я просто убегу. Я настолько хитер... Я просто возьму и убегу. Давайте, до свидания, ребята. Вон, я вижу запчасти. Пойдет, но надо найти еще. Да, нам надо еще искать, это не максимум. Даже. Так, а тут это нам не поможет, да? Ой, я еще книгу нашел. У Лары кризис самооценки. Что ж, значит... Да, это... короче, если что, прочитайте, если интересно. А мы идем дальше обследовать локацию. Опа, еще. Еще немного. Чуть-чуть, да, остается. Блин, мне бы наверх забраться, так безопаснее. Эти волки, блин. Задолбали. На самом деле. Опа, чё, а. Нужен огонь. Да вы рофлите, что ли. А, вот, все наш. А, это то есть тут можно... Чего? Типа бегать можно взять? Походу, да. Я побежал, поэтому это. Так, супер. Этого хватит. В лагере? Посмотрим, что тут можно сделать. А, вот лагерь у нас же есть, да. Запчасти. С помощью запчасти можно модифицировать оружие и снаряжение. Это можно в меню снаряжения. Так, снаряжение, кирка. Так, укрепление приобрести. Так, а, все, мы купили, да? Да, все выполнено. Отлично, то есть мы можем ливать отсюда, насколько я понимаю.
Так, и мы теперь можем кирку эту открыть, да? А, надо за это опять спамить, что ли, кнопкой? Да. Супер, что тут у нас? А, запчасти, это запчасти мы и нашли. Так, что у меня стрелы там заполнены, да, максимально, да. Теперь погнали обратно к нему. И посмотрим, что же нас там ждет. Так, волки, надеюсь, вы нафиг пойдете сейчас. Вы мне тут вообще сейчас не нужны абсолютно никак. Потом, надеюсь, они сейчас исчезнут. Не будут больше спавниться. Нет, он еще тут. Я думаю, может, сейчас исчезнет. По классике, ну, Лара, же. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Да. Спамим кнопочкой, спамим. Давай, 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 давай. Отлично. Закрывается, мы сможем выйти хотя бы. Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Ну да, действительно. Так, ладно, мы направляемся вперед. Пока все нормально. Но это пока что ключевое слово. И что нас ждет дальше, это вопрос. Довольно интересный. Опа. Вероятно, это Пимико. Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Да. Идем, там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. Ах ты, какие крысы! Ваше оружие. Я не хочу неприятностей. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвести нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Ой-ой-ой. Не надо. Пусти. Да боже. Не спорь, не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Да. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Надо было убить их. Какие же что они вы глупые. Такие? Что вам тихо! Нужно? Лара! Начну послухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Что? Не смей! Лара, беги! О! Окружить их! Окружить! О, нет. Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Ой, тут еще и подожгли все. Блин, опять. Опять неприятности. Боже мой. Нифига. Вижу, она там. Черт. А, меня спалили, серьезно. А, нам надо было прятаться. Понял. Понял, принял. Подожди, то есть они нас оставили и пошли за нами обратно, типа? Эй, приведите пленницу. Уже иду. А, понял. А, сейчас стелс, типа, они. Он сейчас пойдет, а мы в спину обойдем, типа, или что? Что-то я пока недопонимаю. Ну, чел там стоит, чекает. Он тупой? Он тупой. А, он не пойдет сюда, да? Или как? Ну слушай, но мы не сможем пройти дальше. Блин, если он повернется, он меня спалит. Так нам бежать надо или что? Не, если мы побежим, он уже нас спалит, наверное. Ну смотри, но он не... Попробуем. Кто там? Не знаю. Черт! Блин, если... Честно, я думал...
что меня не спалит. Так, но тот чел, он, я понял, что он не смотрит за нами. То есть мы можем пробежать, но тут вопрос в том, как мы сделаем. Мы можем сюда пробежать. Он уйдет. Хорошо. А этот сюда не пойдет, скорее всего. Он там и останется. Он будет стоять до самого конца, чекать. Что с этими-то делать? Так, ну тот ушел. Меня сейчас спалят. Придется почти всех перебить. А, нет, смотри-ка. Блин, еще один приколист идет. Так, ну смотрите, ну мы прошли. Не думаю, что... Блин, ты... Издаешь звуки, если что. Что видишь? Вы... ничего. Че ты видишь? А, ничего, блин, гениально. Поднимайся выше в гору. Они там расстреливают, охереть. Чё, думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть. Ты дышишь, тебя слышно, блин. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда вижу. Не получится, падла. Ты тоже бойкая сучка. Что? Что? Гениально. Ой, ты что там сказал? На тебе. Запретное место. Да какой, ему вообще без разницы. Ай, да блин, вы рофлите. Да блин, я не успеваю нажать, это реально неудобно. Ладно бы это на геймпаде было, но типа на клаве это неудобно абсолютно. Такие механики делать. Серьезно. Тут то F, то E надо нажать. Непонятно. Но я же нажал, ну ёп... Да, я ненавижу управление теперь на клаве, честно скажу. Я нажал на F и ничего не произошло. Ну типа, блин, меня это раздражает. Типа, ладно, блин, жаль, я не прохожу эту игру на консоли. А в чем разница была? Ты тоже бойкая. Ну, нажал, да. Типа, раньше, чем тут красная херня, значит, да? Может, ему в голову надо выстрелить? А ему тут нельзя выстрелить в голову, два раза. На мой! Куда лезем? Ну чё? Ты ответишь сейчас за свои слова. Я сейчас спину спорю. Отфигачит. Все, он сдох. Она вся в крови, конечно. Неприятненько. Неприятненько, соглашусь. Надо собраться. Лара, мы в тебя верим. О, боже! Подождите, они что, всех ее друзей расстреляли или что? Я вот этого недопонял, если честно. Так, ну лук есть у нас. У нас есть пистолет без патронов. Ну хоть что-то. С этим мы разобрались. Старый пистолет, да. Но... А что нам делать-то? Так, а мы можем менять, да. Можем лук взять. Но возьмем лук, потому что... А, у нас лука тоже нихера нет. Так, короче, они внизу. Нам надо, значит, уйти, скорее всего. Но нам тут ничего не подсказывает. Ну... Так. Нахера на пистолет взяла? У нас нет патронов. Как мы стрелять-то будем? А, о, магазин, походу, да? Надо магазин брать и стрелять просто. Вот еще одна! Взять ее, вперед! А что делать-то? Она мертва? Не знаю! Магазин взяла, отлично. Давай, выходи оттуда! Бежать некуда! Пушка! Подходи ко мне! Я не могу попасть! Я попал.
Ах ты, ты еще выжил, братан, но тебе не жить. Так, а подожди, нажмите Е, чтобы обыскать труп. Я же нажал. А я не могу этого сделать. Он не обыскивается. Че за бред? А, или я уже обыскал, что ли? Походу, да. Так, и все, так, больше ничего нет? Ну, вроде как больше ничего нет. Ладно, погнали. Так, а сколько у нас там? 47 патронов, отлично. Открываем дверьку и валим. Ой. Нет! Только нет, нас срочно ломать. А. Давай, валим, 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 валим. Быстрей, Лара, давай. Побежали. Бесшумно, бесшумно убивайте противников из звука. Да блин, а как я забыл, как стрелять. А, все, я, наверное, понял. Я что-то, знаете, я как-то запутался, если честно. Так, подобрали, погнали наверх теперь. А, патроны. Так, усиленный выстрел. Стреляй звук, удержите ЛКМ. Полностью натянуть. Да мы в курсе. Так, паркур, паркур новый. А, нет! Тут не паркур, паркур новое движение. Я все-таки тупанул здесь. Блин. Как неудобно вышло. Так, подожди, а куда нам? Что-то я немного недопонял. Подожди, нам же получается, типа... Нам сюда надо или что? А, ну да, смотри. А, тут паркур такой будет. А, блин. Нет, какой-то научный корабль. Ты как выжил-то, падла? Что? Как он живет? Ладно, ну мы справились. А! Ничего, его сейчас грохнул. Блин, я не хотел стрелять, ладно. Я случайно. Так, сейчас я тут залутаю всех. Ух, супер. Супер, мы со всеми разобрались. Ладно. Погнали наверх. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Я вижу, вот здесь есть. Можно пропрыгнуть. Скорее всего, какой-то дроп, да, насколько я понимаю. Да, стрелы. Какая-то фигня. Тайники, горный храм. Так. Мы можем пойти снизу. Так, а внизу у нас, я так понимаю. Мы что, в воду можем спрыгнуть? Опа! Вот это я что-то пропустил как-то. Так, ну смотри, а тут можно, по-моему, спуститься вниз или нет? Вопрос, зачем? Тут, ну, тут вода, но плавать-то я не буду. Не, я просто... Я думал, тут, может, какая-то секретка есть. Тут, типа, можно подняться. И, может, не специально сделали, а в итоге нет. Так, горный храм. Так. Можем здесь отдохнуть, но... Опа, это что? Это что такое? Опа! Вот это я прям искатель секреток. Смотрите-ка. Да-да-да, спасибо. Ничего себе, не зря я тут заметил. Я, конечно, знаете, я вам честно скажу, я не особо люблю в играх искать секретки. Но, не, если они, конечно, попадаются, это, конечно, вопрос другой. Подожди, мы еще ящик забыли, да, по-моему? Вот этот. Да. Так, тут нам... Все, погнали дальше. Погнали дальше. Что нас ждет дальше, даже интересно. Новости западного побережья. Лечение. Всаживайте стрел в стену рядом с врагами, чтобы отвлечь их внимание.
Да зачем? Наверное. А. Что это было? О, господи, на помощь! Ты зря это сказал, братан. А, там еще что ли? Приколись-то. Он не умер, я видел. Да и похер, он стрелять-то не умеет. Ты живучий. Все, он умер. А этот не умер, да? Да, вот он. Ох, прям в голову, отлично. Ну, просто супер. Так. Окей. Опа, а вот это... Что, опять что ли секретка какая-то? Давайте заценим. Нет, вроде бы. А подожди, а зачем это сделано? Тут ничего вроде-то и нет. Окей, подождите. А, вот сундучок у нас. Так, давайте откроем его. Опа! Новая модификация. Ну, давайте потом. А, ну это еще и к тому же в лагере надо делать. Так, вон я вижу ящичек. Упущен у нас. Так, ну я тут весь дроп буду, конечно же, собирать. Все, что только можно, возьму с собой. Так, тут мы залутались, идем дальше. Так, мы их всех осмотрели, да? Да, идем дальше. Вот этого мы не осмотрели. Не забрали. Так. Она где-то рядом. Ищите. Так, а, поджечь что ли надо? Нужен огонь. Вопрос, конечно, интересный. Но у меня только вопрос один. А как я подожгу, если у меня огня нет? Я выбраться, по-моему, отсюда не могу. Я так не могу сделать. Блин, а как мне поджечь? Что делать? Помогите. Так, подождите. Ну, назад вернуться я не могу. Что самое интересное. Что я туплю? А что делать-то надо? Я вижу вон огонь. Я вижу огонь там. Так, подожди. Где? Может быть, выстрелить? А-а-а! Понятно. Нам не подсказали, я понял сразу, что. Ну, не сразу. Я имел в виду, что я сейчас понял сразу, что надо делать. Да вспомнил, что у нас же пистолет есть, можно выстрелить. Нажмите F, чтобы убить меня без шума. Ох, я обожаю такие моменты. На тебе, клоун. Подожди, я этого не залутал. Я запчасти буду собирать. Вещь-то, по сути, полезная. Так, ну это не так. Блин, я кто-то попал. А, вот они. Блин, ХП мало, ХП мало. Тихо. А где он? Я один его не вижу. Сейчас, подождите. А, вот ты. Что тут забыл? Я могу его в рукопашку? На нафиг. А, блин, все сгорело. Я хотел вернуться, дроп забрать. Я не успел. Ладно. А, прыгните на трос, чтобы ухватить. Давай, погнали. Новая модель. Так, а тут что-нибудь есть? Что-нибудь пусть... А, или мы тут были, подождите, ладно. Эй, похер, ладно, погнали дальше. Стоп. Книжечка, да. Документы, точнее. Подожди, а мы тут... А там реально мы были или нет? Что-то я вот тупанул. Что-то я не помню уже. Может, что-то есть? Давайте заценим. Может, мы что-то упустили? А, смотри, реально. Ха. Тут огонь, правда, нужен. Да, мы тут не были, по-моему. Тут, правда, огонь нужен, чтобы поджечь эту херотень. Так, что тут? Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и узнать. А и зачем нам это? Ладно. Ну, мы нашли, окей. Прикольно. Слушай, но нам поджечь надо как-то.
Нам надо к огню, типа. А, подожди, а мы же вот это можем, по-моему, использовать, да? Да, смотри, вот тут вот. А нам же прыгнуть там вроде надо. Мы же с огнем-то не прыгнем. Или прыгнем? А, прыгнем. Нифига. Давайте подожжем тогда, чё бы и нет. А, во, все, сжигается. Я думал, уже нельзя. Все, супер. Еще плюс запчасти. Да, ну нифига я разбираю, конечно, игру. Подожди, а там еще в диску этот проход есть. Или тут уже все окончено? Нет, смотри, тут еще есть. Нифига я, конечно, в поисках. Оказывается, тут дроп надо искать, да? А, это артефакты. Да, понятно. Смотрите-ка, я тут хожу по карте, изучаю. Ну, там дальше смысла идти нет. Подожди. Стрелы — это хорошая вещь, да. Ну, тут, думаю, смысла больше нет ничего смотреть. Надо вернуться обратно. Он, по идее, внизу-то мы уже были, в теории. Или нет? Ладно, погнали отсюда, так уж и быть. Все, что могли, облутали. Теперь погнали дальше. Так, ну тут я пока ничего интересного не вижу. Я справлюсь. А, ты полезешь? А, ну, понял. Да. Тихо. Блин, еще дождь идет. Валиться тут все. Ох, все, мы выбрались, отлично. Так, ладно. Это выстрел? Да, это выстрел. А, Рот, я иду! А, фу, боже. Слава богу, ты жив. Нога. Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть. О, бинт есть, наконец. Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на вид страшно. Ой, не бинт это, типа. Что он там делает? Ну, перевязывает. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Ага. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. Погнали. О, нет. Нет. Он что, умер, что ли? Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас. А, или он потерял сознание же, по идее, он не умер в теории. Слава богу, он жив. Да, он жив. Вопрос только, что делать? А, понял, мы сейчас за ними пойдем. Будем убивать волков. Ну, погнали, чё. Рюкзак где-то там. Воет стоит, падла, но мы тебя сейчас накажем. Надеюсь, хоть этих приколистов не будет сейчас. А мы можем его залутать? Ладно. Неудачная шутка. Его присутствие сейчас было, особенно при его, знаете, ситуации. Мне, упс, неловко вышло. Так, ну а чё, а локацию-то можно залутать. Давайте-ка залутаем, наверное, посмотрим, что тут. Пока я ничего интересного не вижу, кроме стрел.
там. Ты что, курица? А, ну курицу мы трогать не будем. Курица тема нормальная. Не, курица, мы курицу трогать не будем. Нужен огонь. Это дождь идет, как это, да, жутко. Ну, давай попробуем. А, даже, ну, похер, да, типа. А что будет? Иллюминация. Так, стоп. С той стороны, да, был? Поджечь можно было. Да. Сейчас тоже подожжем. Опа. Давай, давай, нам надо собирать. Может, мы ж крутые, типа. Ребята. Так, ладно. О, еще запчасти. Так, а стрелы у нас уже максимально. Запчасти. 3-2-2 уже. Нифига себе. Давайте дом подожжем. Да здесь все подожжем, в принципе, все. Вот стоим. Ну, огню пофиг. Абсолютно. Огонь бессмертный. Так, ну куриц, курицу можно убить, кстати. Но я не буду, они... Ребята, нормально. Ой, мы обратно вернулись. Так, это получается, что снизу мы все облутали, да? Там какой-то проход есть. Не, я хочу все посмотреть. Да, мы можем все зайти? А, не, подожди, мы же отсюда пришли, да? Получается, да. Значит, все, я херню какой-то занимаюсь уже. Так, нам надо наверх попасть. Теперь как-то. Ключевое слово как-то. Ну, по горе-то мы не заберемся, наверное, да? А вот так вот мы заберемся. 5 запчасти находим. Так, тут у нас... Эти руины периода Камакура. Это тоже была часть Яматая. Интересно. Так, максимально. Книга опять. Ну, документ. Еще один документ находим. Так, погнали. Нихера, но можно еще выше подняться. Получается так. Так, а нам вон в ту сторону. Ну, слава богу, тут хотя бы людей нет. Приколистов вызывают. Все, обваливается. Так, а что нам делать тогда? А, вой. Нифига. А, внизу ничего нет, да? Да. Нам туда, что ли, надо, да? Ага, смотри. А, интересная ситуация получилась. И как нам туда зафигачиться? Вопрос, конечно, будет интересный. Вопрос, как туда захерачить, серьезно. Я серьезно не понимаю, как туда попасть. У нас есть самолет, а мы допрыгнем? А, мы правильно пошли, кстати. Да, тут больше ничего нет. Может, там птичка. Да, мы идем правильно. Окей. А, теперь поверх. Сейчас обвалится, спорим. А, типа вот. Все понял. Полегче. Я с пистолетом буду. Пистолетом как попроще. Да, ничего не... Пещерка. Офигеть, они тут людей съедали. Очевидно. Вот он. Так, теперь нужно вернуться к роду. Да, чку тут лучше прожимать. Они сейчас нападут.
Сейчас скример будет. Да, ну я о чем говорил. Нажимаю. Вау, как же это было круто сейчас. Надеюсь, он один здесь был. А вот там его можно подобрать. Тут отлично. Ой, я что, обратно что ли пошел? Ой, я чё, подожди, я запутался. Не, подожди, я пошел. Ой, я реально обратно пошел, я тупой, извиняюсь, ребята. Я рнусь, сейчас из-за этого еще один упадет. Приколист. Да, что-то я тупанул жестко. Извиняюсь. Помню, мы сейчас выйдем, они выйдут к нам. Типа, прибегут сюда. На помощь. А, нет, смотри, нету. Так, теперь нам вниз надо. Непонятный нам. Абсолютно. Так, а как теперь безопасность? Вопрос будет довольно интересный. Так, подожди. Где? А, понятно. Я уже понял. Да ну нафиг. Вы серьезно? Вы сейчас серьезно? О нет, только не это. Так а как? А, во, все. Лего. Так, надо еще как-то аккуратненько спрыгнуть. Тут вроде можно. Да ёперный театр, ну спрыгнет уже, ёперный. Только не в самый низ. Сюда спрыгни просто и все. Нам на крышу тебе надо. Блин, какая же она молодец. Да сюда спрыгни, ты же не умрешь. Молодец, неужели? Ура! Додумался. Ну здорово. Пришли тебя лечить. Он жив еще, надеюсь, пока мы тут бегаем. Сейчас тебя подлечим. Да, он жив, значит. Если уж мы его лечить собрались. Так, чё он? А, он ожил. Рот. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Ну да, действительно. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Полезем. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Ну да, хороший совет. Так, ну что, мы типа пойдем, но я думаю, на этом
сейчас, наверное, закончим. Да, ну что ж, дамы. Вон на той скале. Так, ладно, ребят, думаю, на сегодня мы закончим. Мы уже, по-моему, достаточно наснимали. В общем, с вами был Марк. И всем-всем пока. Увидимся в следующей, третьей серии.